Пошопиться в воскресенье? Конечно, в воскресенье пошопиться. Как раз получилось на всю дверь. Покажи свою. Французский учить на завтра? Не трогай Мишку. Он хороший. Маргарита с самого утра уже чем-то занимается. Решила перевесить свою эту ленту. Подсветку. Ты сначала посередине сделай. Привет, ребят, всем. Всем привет, вот сюда. Ага. Ну, нет, давай снизу начинай или это. Она очень длинная. 5 метров. Вот. Да, с края. Снизу нужно начать. Дверь. Дверь, да, светится. Тоже прикольно светится. Вот. Надеюсь, нам хватит до туда. Хватит. Ну да, до розетки самое главное, что хватило. Как раз получилось на всю дверь. Ух ты! Так. Работает. Ух ты. Ух ты! А что там сверху, не работают, что ли, лампочки? Горячие. Светится. Прикольно, да, тоже? Может, все? А, посильнее. Поярче. Портал открылся. Бонни! Посмотри, как красиво там в комнате теперь. Привет! А, Бонни. Ксюнчик играет. Че, все-таки не подключилась с клавиатурой? Куда собрались? Куда? Дождик же идет. Макс, холодно будет. Ты куртку не застегнул. Сейчас самокат упадет. На дорогу не выезжать, понятно? Каролина, на дорогу не выезжать, поняла? Да. Нельзя на дороге кататься, там машина. Бонни, иди сюда, нельзя. Я хочу сегодня сварить борщик красный, свекольник. Варится пока бульончик с мясом. И на завтрак жарю гренки. Что болит? Живот? Почему? Ой, приклеились. Ляж, полежи. Так, гренучки. Вообще-то уже обед. А мы только завтракать садимся. А я в 8 проснулась. И что ты делала в 8? Я играла, потом до 9. Я поиграла в Fortnite, там посмотрела YouTube. И потом я встала. А зачем так рано вставать, если выходной? Я не могу больше спать. А я не помню, когда я встала. Тем более еще такая погода. Тарелочки несите. Еще тем более такая погода пасмурная, только спать и спать. Нет, ребенку надо встать в 8. Так, ребят, я здесь в моей комнатке. Снимаю лайки в ТикТок. Не знаю, сейчас вам буду показывать, как я снимаю. Сейчас мне сначала нужно найти тренд. Может быть, новый мне его нужно выучить. Потому что я уже 6 видео сняла. 6. И у меня больше нету идей. Покажи свой. Французский учить на завтра? Нет, инста. А где у тебя еще пластыри были? Нет. У тебя аллергия пошла. Вот как опухло. Все-таки тебя достали комарики. Особенно лоб. Погода плохая. Никуда не поедешь. Никуда не поедешь. Никуда не сходишь. Смотрите. Он прям это... Грустно очень, грустно. Знаешь, что можешь сделать? Что? Пошопиться в воскресенье? Конечно, в воскресенье пошопиться. У нас в воскресенье закрыто все. По телефону можно пошопиться? Нет. Это неинтересно, знаешь. По телефону шопиться.
Даже не знаю, куда пойти погулять. Бонь, давай думай. Думай, что делать. Нам скучно. Ксюша. Нам скучно, ребят. Вон Маргарита уже в лайки снимала видео. Ксюша там играла, сидела. Я кушать готовлю. Вот. У меня просто ноль трендов осталось. Ноль трендов осталось. Прям все сняла. Все, закончилось. Все за один раз. Закончились идеи. За один день вышли. А я сюда спала. Ну, по три видео снимай каждый день и все. А я уже сняла в TikTok. А Ксюша, что не снимаешь? В TikTok я сняла. Сегодня раз, два, три, четыре. То, что Маргарита 5, снимает 6. Со своим пластырем на лбу. Я 6 в TikTok и 6 в лайки снимаю. Да. Красный. У нас бушек. Есть йогурт. Йогурт. Давай! Да, я буду делать форму. Вы видео хотели снимать со своим гардеробом? А-а-а. Давайте видео снимать. Да. Нет. Сейчас покушаем, синя. Будем снимать. Шнуры. Вы еще неделю назад хотели снять. Да, у нас получилось. Но! Все время не получается. Ну-ка, ханай, попсок, это потом. Давай сделаем наш борщик. Борщик варится, борщик. Сейчас будем кушать. Ужинать. Или обедать. Нет, это у нас обед. Сейчас будем играть. На Switch. Nintendo Switch. Ой, пластырь. О, включилось. Ой, надо пульт вытащить. Сейчас. Так. Не знаю. Ну, что? Season 4 Hype Cop. Сейчас. Вот. Ну давайте оставим. Или давайте на эту. Да. Все, садимся все. Обедать. Я еще сухарики пожарила. Они горячие, осторожно. Свеженькие. Горячо, Макс, осторожно. Нет, ты в супик кидай. Супик вот так вот бери, кидай. Они там будут плавать. Можешь это лёд, Ани? Мяч. Мяч? Мяч. Где мячик? Пони, мячик? Все, приятного аппетита. Ну-ка, телефон убирай. Кто тебя испугал? Почему? Ну что, ребят, мы только что досняли видео на канал Сестрички Лайф. Мы снимали наш гардероб. Посмотрите, что творится у Ксюши. Это все то, что она не будет носить. Тут моя одежда, которую я не буду носить. Например, вот такая вот курточка. Нужно спросить Ксюшу, если она ее будет носить или нет. Пошли ее спрашивать. Ксения, ты будешь носить вот эту куртку? Я не знаю. На, померь. Я ее уже мерила. Ну тогда ты будешь носить. Это как раз зеленый цвет. Она 100% не будет носить. Вот эти вот я не знаю. Вот эти вот, да. Так что пошли сейчас к ней. Ксения, вот эти вот шорты твои. Ты будешь носить это? Я не знаю, сколько мы здесь. Будешь или нет? Да, но это уже на следующее лето нужно убрать. На следующее лето. Нет, сюда давай. Это на следующее лето. Я нос этим вытерла. А это все на следующий год. Все платья. Все платья. Ну да, платья уже сейчас не нужно носить. И вот это, ну, это тоже не будет носить Ксюша. Это вот как... это я не знаю, если оно ей будет. Это ей будет большое. Попа большая, у нее попа маленькая. Ой, вот эти штанишки спортивные ей подойдут. Да. Это можно. Это черные. Вот это вот, а почему они те маленькие? Да. Ой, ну это Каролине, потому что у Ксюши есть такие. Да. Такие вот это можно Ксюшке отдать. Она очень хорошо умеет обустраивать дом. А я смотрю, как она обустраивает и кучу. Наверное, тоже так сделала. У меня уже есть. Ну, да. Не знаю, если не повторить. О. Не понимаю, как они так хорошо меня стараются.
У меня еще книжка. Так. Тебе больше нравится немецкий или французский? Все, все правильно. Тебе нужно было дни недели? И потом цифры 1-20, потом еще какие-то вещи из школы. Ну давай рассказывай, как будет понедельник, вторник, среда, четверг. Люди, марты, меркеди, шеди. Венгеди, самеди, диманш. Угу, молодец. Еще писать надо правильно. А, тебе нужно еще правильно писать, да? Да. Угу. Окей. Сейчас. Хочешь ставить трех раз? Ксюшу лучше не злить. Быстро. Пап. Ксюшу. Кто там? Если папа пришел, то это все. То это все, это конец. Папа у нас заболел, ребята. Может быть, ты встанешь, чтобы я расправила ему постельку и поехала. Не знаю, как он завтра поедет работать. Но у него это насморк, кашель. Нет, он поедет, но если на работе увидит, что он болеет, его домой отправят. О, хорошо. Почему? Все переболели, папа держался, и все-таки это вирус его атаковал. Да? Коронавирус. Нет, это не коронавирус, ты что? Так. Нервозная? Где Бонька? Не трогай Мишку. Он хороший. Камера-то тут. Ты подписчиков ударила. Как ты могла? Спасибо. Ой, она ударилась. Кровь идет? Да. Я это уже взяла. Шнурок? Да. Ну ты можешь завязать как хочешь, да? Ну правильно же. Ну правильно. Тут тоже так. Ой, они такие яркие, посмотри. Ого. И штаны тоже. Ну, мои зеленые. Лимончики прям. А в них пойдешь, что ли? Завтра дождика не будет, можешь не пойти. Ну я опрос сделаю. Вот с этими. Тут черные штаны. Опрос? А, ты будешь у подписчиков спрашивать? Да. Ага. Вот это же куртка Маргариты. Она тебе ее дала? Нет, куртку по-любому возьми, а на опрос ее не клади и все отдельно. Потому что куртку-то ты по-любому наденешь. Куртку. Пока. Все, такая. Спокойной ночи. У нас, кстати, неделя влогов, так что. Здравствуйте, влог.